Дорогие друзья, я рад поздравить всех с началом нового учебного года. Студенты, преподаватели, сотрудники университетов, особенно первокурсники, практически миллион человек поступили в российские университеты. Команда исследователей, команда тех, кто будет создавать будущее технологического развития страны, пополнилась вами. Я очень рассчитываю, что университеты станут для вас не просто местом, где вы будете получать новые знания. Университеты станут частью вашей жизни, которая позволит получить возможности реализации этих знаний для решения различных практических задач. Здесь вы встретитесь с наукой. В университетах у вас будут первые встречи с будущими работодателями. Мы рассчитываем, что практическая составляющая образовательных программ будет каждый год увеличиваться. И в процессе учебы вы сможете определиться с будущим местом работы. Мы вступили в реализацию национальных проектов. Национальный проект «Наука», национальный проект «Образование», национальные проекты по важнейшим направлениям жизни нашей страны. В университетских стенах вы сможете участвовать в подготовке и реализации проектов, которые будут нацелены на практическое достижение важнейших задач развития страны. Я уверен, что вы с полным пониманием пришли в университет и точно знаете, чего хотите добиться. К моменту, когда вы будете завершать университет, технологические решения могут появиться совершенно новые. Завершая образование, вы должны быть готовы к постоянному саморазвитию. Рынок труда, растущие технологии постоянно будут требовать подпитки ваших интеллектуальных знаний, навыков и возможности формировать команды. Всегда ставьте самые амбициозные задачи. Всегда двигайтесь вперед. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и не пасуйте перед первыми трудностями, с которыми вы будете встречаться в вашей жизни. Я уверен, что перспективные проекты ждут вас впереди, а настоящие успехи не заставят себя долго ждать. Еще раз поздравляю с началом нового учебного года и добро пожаловать в реализацию национальных проектов. Успехов вам и удачи!